Привет, корешочки мои драгоценные. Сбылась мечта. Вот здесь внутри очень интересные вещи, которые я вам покажу. Надеюсь, вы порадуетесь вместе со мной. Ну, не все порадуются, есть хейтеры там всякие, нехорошие люди. Значит, сейчас распакуем эту вещь, я вам расскажу, покажу. И отправлюсь ее тестировать сначала здесь, а потом уже конкретный тест будет. Здесь будет просто знакомство. Вот. Короче, сейчас я распакую, увидите, что это. Наверное, по названию вы уже поняли. Я просто что хочу показать, вот так вот запаковано. Вот. Все круто. Смотрите. Смотрите, друзья, тайм триал такое, типа из кордуры сделано. Вы не обращайте внимания на мои эмоции. Две вот таких. Нет, одна ручка. Одна, вот две вот таких вот ручки. Вот так вот носить. Не обращайте, друзья, на мои эмоции, потому что я это первый раз вижу. И так, регулируемые лямки. Сейчас мы отрегулируем и попробуем. Я хотел распаковать и чисто нести сюда на этих лямках. Так, вот здесь утяжки, видите, утягивать можно. И смотрите, тут еще можно что-то вставить, пенку там или еще что-то. Ну, достойно. Достойно, но пока я про это говорить не буду, удобно носить или неудобно, посмотрите, вот так вот. Потому что надо ее пронести километра, хотя бы на километр по болоту, по тайге. Но это вы увидите все. Пахнет. Чувствуете, чем пахнет? Понюхайте. Новыми приключениями. Итак, дальше. Открываем. Такие молнии, большие собачки. Ой, как, что же там у нас? Вот так поставим. Так, что у нас здесь? Черная. Я всегда, кстати, видел белое, а здесь черное. Это фиштрон, ну такое сиденье, конкретное такое на лодку. Оно из как бы как низкого давления, аэрдек, так сказать. Вот оно, ладно. Такое прям. Будем пробовать. Так, это насос специальный. Тоже откроем. Все откроем. Ой, а он весь такой. Ух ты, промасленный. Так, смотрите, специальный насос такой. Один насос такой что стоит. Смотрите, раз, раз, эти все убираются. Ух ты. Так, должен быть манометр. Да, есть манометр. Эту штуку я выкидывать не буду пока что. Так, что здесь у нас написано? Что к чему? Тут какие-то вещи. Все промасленное. Так, инструкция на насосе. Все, что ли? Так, ладно, насос есть. Так, это что? А это у нас типа ручки, ручки закрывашки. И ремкомплект на насос. Ну про как его, прокладочка такая. Одна сторона закачивает, другая выкачивает. Блин, такая вещь прям серьезная, видно, что такая интересная. Ну, собственно говоря, вот. Так, есть. Так, что это у нас? Это у нас, друзья, очень тяжелая вещь. Это надувной пол для лодки. Пол из аэрдек. Он очень классный. Я посмотрел, попросил, мне его прислали. Вот такие вот дела. Будем тоже его распаковывать, тоже его устанавливать. Можно без этого пола ездить. Есть разные варианты этих лодок, ссылочка будет под видео, на сайт, все посмотрите, разные варианты лодок. Можно вообще себе сделать трансформер, какой ты хочешь, с чем хочешь и как хочешь. Если я не ошибаюсь, может даже, ну ладно, врать не буду это говорить. Ну короче, тут есть множество вариантов кастомизировать данное судно под любые задачи. Но я как занимаюсь как охотой, так и рыбалкой, поэтому судно у меня будет универсальное. Да что? Как хочется все это разорвать, все попробовать. Это же новенькое, классное. Я предупредил в магазине людей о том, что я буду, ну, я не вру, говорю правду. Они уверены в своем товаре, поэтому... Так, вот она, друзья, Time Trial, везде такого брендирования, 20 лет компании, вот такая вот штука, мы ее попозже надуем. Так,
еще, что здесь у нас? Ремкомплект. Друзья, смотрите, так как у нас, транспортная компания отправляли, а компания транспортная СДЭК, а они не берут почему-то клей, ну, не пересылают. Поэтому мне клея не прислали. Ну, я докуплю, и ремкомплект я всегда сам для лодок собираю. Вот такой вот рулон заплаток. Вот такой вот органайзер, там тайм-триал, смотрите. Вот такой вот, ну понятно, дело здесь парочку вот таких вот для надувания коннекторов. Ну и, клей положили, смотрите. А, не положили этот, ацетон. Ну, перепутали, наверное. Ну ладно. Вот, потом мне вот такие D-кольца положили, чтобы я их сам установил. Дальше. Это у нас весла. Это у нас весла. Есть разные варианты весел. Весла очень легкие. Ну, не знаю, такие, как-то кажется, даже хлебковатые. Так, пока что делаем так, а потом там... А это что? Почему так? Все, понял. Это такое у нас длинное весло получается? Ничего себе. Так. Раз. А это вот так. Они собираются вот. Прикольное весло. Так, ладно. Идем дальше. А дальше у нас само плавсредство. Друзья, на плавсредство я попросил, чтобы сделали брендирование. Брендирование — это можно свой логотип, свое имя, пожелания какие-то. Ну, в общем, написать на плавсредстве. Так, все. Рюкзак у нас с прорезиненным дном. Из ПВХ тоже. Сам из кордуры. Так. Классный рюкзачочек. Ну что, открываем нашу лодку. Что-то тут торчит такое. О, вот так легко раскладывается. Надо запомнить, как она. Ага. Это для полудеки верхней. Надо запомнить, как она складывается, раскладывается. О, друзья. Это шик. Это супер-супер-супер шик. Так. Вот, значит, я просил, видите, я просил, чтобы мне сделали вот это вот здесь вот. Вот такой вот, это зад, получается, корма лодки. Чтобы мне здесь сделали вот такой вот отбойник, как на фиш-каяке. Логотип Time Trial. И, смотрите, друзья, ладно, потом надую, покажу. Так, ну что? Ну, это лицевой обзор. Здесь все так делается. Сейчас мы подуем немножко лодку, а потом надуем непосредственно нашу. Вот здесь такие раскладываются в насосе штуковины. Насос, все, ой, вот видите, только здесь единственное, что вот при транспортировке передавилось, и все, и теперь будет в этом месте. Либо лопнет со временем. Но это, я думаю, что все покупается. Так, начинаем дуть. Дует он очень классно. Нано какой-то насос суперский. Насос маленький, мощный, очень крутой. Да, ну вот здесь вот видите. Пошло надуваться. Лодка состоит из двух отсеков. Передний и задний. Такие получаются, буква У, так сказать. И если пробьется один тьфу-тьфу из отсеков, то есть передний или задний, ну, можно легко, не утонешь, в общем. Я смотрел тесты, очень круто. Я всегда боюсь, потому что я сплавляюсь по рекам. Насос справляется, все хорошо. Вот эти вот, как сказать, соски, что ли, или... для надувания плавсредства, они находятся сверху, легкий доступ, ну и вообще как без проблем получается. Поехали дальше. Так, ну что,
Ну что, друзья, вот она, вот он мой баркас новый. Наконец-то, то я то мне батя все, то батя лодку даст, то еще где-нибудь возьму. О, вот такая вот легенькая. Вообще, о, смотрите. Вот чисто так вот, если не хотите с комфортом, если вас устроит просто дно, если надо куда-то добраться там или что-то перевести на ней, вообще шик. Вообще класс, я даже не знал, что так круто. Вот, смотрите, теперь про то, что я говорил. Про брендирование. Видите надпись Druid Theophane? Это, значит, логотип канала. Ну, не логотип, а название канала моего на YouTube. Очень, очень классно. Посмотрите, в каком стиле они сделали. То есть я им написал, как это сделать. Большая буква, маленькая. И, то есть любое здесь там. Я смотрел, у других там людей тоже есть интересные всякие вещи. Ну, в общем, классно. Вот здесь вот держатели для спиннинга. Вот здесь вот у нас идет вот такая штуковина в полудеку. Вот. Ну она, я не знаю, она нигде не крепится, но вот так вот сюда какие-то вещи можно спрятать. Объем такой, ну вот рюкзак влезет, допустим. Вот такой вот фиштрон. Смотрите, здесь, значит, вот система креплений. Так, как он у нас будет крепиться? Это спереди, это снизу, это сзади. Вот так. Наверное, вот все-таки вот так вот или вот так вот. Ага, вот это вот у нас, так? Так. Такие вот спицы можно вязать, когда вы едете там, допустим, да, в поход там, в лодочный сплав. Ну, что делать около костра вечером? Можно вязать такими спицами. Так, идем дальше. Смотрите, что немного сумбурно, зато по-моему. Ну вот, друзья, солнышко выглядывает, когда делаешь обзор на хорошую вещь, и солнце даже радуется. Так, давайте. Можно установить два таких фиштрона и, дорогие друзья, успешно рыбачить вдвоем. Надо бы, конечно, было бы инструкцию прочитать, как этими диковинами вещами пользоваться. Смотрите, здесь вот система регулировки такая. Такая, кстати. Ага, все, я понял. Ну, видите, все интеллектуально понятно. Не надо там 3 часа разбираться. Сейчас вот так вот здесь делаешь. Раз. Потом это все отрегулируется. Придумали, что же название. Друзья, сразу хочу исправиться. Я вот сейчас устанавливаю фиштрон и устанавливаю его неправильно. Где идет у нас полудека, это нос. А туда, в ту сторону, куда я устанавливаю фиштрон, это у нас получается корма. То есть я перепутал, ну это от радости, от вещи. Вот такие вот дела, так что имейте в виду. Блин, как быстро, я просто первый раз вот с этими вещами имею дело и... Очень быстро надувается, ничего себе. Просто два качка, блин. Это фиштрон. Говорят, что очень... Говорят, что очень удобная фигня. Так, почему? Ну что, вот так вот установил наш фиштрон. Не обращайте внимания, это так все сумбурно, может немножко неправильно. Так, сейчас будем вкладывать наш вкладыш из AirDeck. Он весит немного меньше, чем лодка. Чем сам фиш-каяк. У меня уже грязь какая-то падает от метра. Time trial, друзья. Вот это вещи.
У них есть лодки моторные, всякие вообще. Ну, в основном, конечно, для туризма. Они делают всякие интересные вещи. Этот ладыш из АРДЭК можно использовать даже, как, допустим, полежать. Вот сейчас где ты полежишь? Пенки нет у тебя, допустим. Можно как сабборд его использовать. Так, ну вот, мы надули, я думал, что он будет на всю лодку, но нет, ну и не, это как бы не критично. Весло мы вешаем вот так вот, здесь есть супер какое-то крепление для весла, такое вот, раз, все, никуда оно не денется, никуда не потеряется. Так, ну что, друзья, наше плавсредство готово, я закинул туда квадрокоптер, закинул туда рюкзак. Закинул туда рюкзак от лодки. Вот такая, смотрите, лодочка. Еще раз показываю. Смотрите. Ручка сзади. Ручка спереди. Очень крепкий. Блин, да она легкая даже совсем. Ладно, давайте сейчас, короче, пойдем уже. Пойдем. Сейчас бы, друзья, шампанского бы разбить, да, вот. Ну вот такая вот лодочка. Вот такая вот лодочка. Прежде чем спустить ее на воду, я хочу вам кое-что еще рассказать, поведать. Ну что, друзья, хочу вас познакомить с этим плавсредством. Это фиш-каяк Evo, это его название, от фирмы Time Trial. Очень легкий, имеет сварную конструкцию, то есть не клееный, а сваренный. Между собой части сваренные. Это новое новшество 2020 года. В 2020 году компании исполнилось 20 лет. Так, как же мне залазить? Так, как же мне залазить? Она первый раз пробует воду, друзья. Привет. О, какая. Шикардосинская. Так, бочком ее. Ух ты! Даже странно, друзья, на дно наступаешь, а оно как это... А оно такое твердое, как камень. Так, посмотрим, у меня нет опыта, говорю. Друзья, Fishtron — супер вещь, максимально удобная тема, очень классная. Возможно произвести брендирование. Брендирование, вот Druid Феофан, название моего канала, пожалуйста, на бортах. Очень-очень классная, очень длинная, большая вещь, но маневренная, на особо трущихся частях до 4 слоев усилена ПВХ ткани. Ну, в общем, они, люди знают, где используется эта лодка будет, при сплавах, в каких-то там этих походах, охотах, рыбалках. Разделена вот так вот, разделена буквой У, два отсека, они независимы друг от друга. Если пробьется один, то можно спокойно плыть на другом, ну то есть не спокойно, но выбраться. Четыре держателя для удилищ, два сзади, два спереди. По бокам идет леерная обвязка, вот, слева, справа, боку, удобно, практично, D-кольца для крепления. Можно заказать разные варианты, разные, вообще затюнинговать так, что мама родная не узнает, так сказать. Армированная ткань ПВХ 550 и 650, ну это в зависимости от вариации. Наверное, можно даже еще побольше сделать, там, по-моему, есть опция. Друзья, ну я вот сейчас так говорю, техническую характеристику, это вы все посмотрите, в описании ссылочка будет. Все посмотрите, Time Trial, магазин, зайдете, там все будет, кто заинтересован. У них есть покрафты всякие, покрафты — это вообще такая тема крутая.
Мне он очень понравился, ну вот я решил пока что вот такой вот выбрать. А так, там, в общем, он такой маленький, ну, в общем, вообще такой чисто минимум-минимум, очень классный. Длина лодки 380 сантиметров, почти 4 метра. Это оптимально для небольших рек, да для озер тоже нормально пойдет. Ширина лодки 106 сантиметров. Ну, не так много, но для своих функций тоже сойдет. Грузоподъемность этой лодки, на минуточку, 240 или 250, я точно не помню, килограмм. Но это опять же заявлено, а гораздо больше. Ну что, друзья, очень ходка, хорошо. Мне как бы не доставляет дискомфорт. Я боялся, что с весел будет течь. Здесь вот такие вот резинки, ничего не течет, все отлично. Ну, я просто посмотрел обзоры, там говорят, что сильно загребали, поэтому такое творилось. Ладно, сейчас попробуем проплыть немножко, посмотрим, что да как. Присутствует. Достаточно удобно. Не знаю, что там люди не могут. Но если честно говоря, казалось, что будет побыстрее. Но я думаю, что это как сказать, моя задача, чтобы сделать это пласт-средство быстрее. Диаметр баллона 33,5 сантиметра. То есть это она из линейки, почти, ну, наверное, из линейки эта лодка лидирует по количеству объема, ну, по объему баллона, как бы диаметру. А это очень важно. Слушайте, ну я в ней как у себя, как в своей лодке, которую я. Очень удобно. Ну, вещей влезет. Ну, влезет. Я думал, что даже что будет больше немножко. Но тут можно поперек крепить, по-всякому. Леерная обвязка позволяет. Не знаю, как правильно хват. Надо посмотреть какую-нибудь скандинавскую греблю или что-нибудь такое. Ух, тут кто-то. Кто-то здесь хорошенько. А кто это? Неужели окунь так кормится? Ну вот, течение выбрался, но тяжеловато. Друзья, белохвостый орлан вон летит, ничего себе. Я даже теперь дрон боюсь запускать, как бы не сбил он его. Лодка очень легкая и чуть дуновение ветра, не успели схватить весло, сразу вы фигарите на другой берег. Поэтому надо купить якорь. Якорь туда кидаете, здесь он привязан, раз-раз его отпустили и все. Я так и сделаю. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. Очень классная вещь. Приобретайте, кто хочет. Цена увидите тоже на сайте. Есть всякие допы, ну очень... Блин, такой баркас вообще классный.
летом бы мне ее действительно прислали пораньше, не получилось. Вот круто, вообще на этой штуке, блин, вообще было выгонять круто. Малой бы у меня отрезвился. Ладно, сейчас рукой вытру. Даже шапкой. Новые вещи я всегда стараюсь беречь. Вот такая вот из Аэрдека. Классная штука. Все? Надо потом посмотреть, ничего ли мы не оставили. Что-то я тут так перепахал, что как этот, блин. Ну ладно, это мох, ничего страшного. Все, лучше это делать, конечно, на какой-то подстилке, типа тента или что-то такое. Погнали, друзья. Фишка Як Эво. Супер крутая вещь для супер крутых рыбалок и охот. Ну вот не тяжело нести, но я объясняю еще раз. Я не иду по какой-то там. Только посмотрите. Переходите по ссылочке в описании, смотрите, что к чему. А я отправляюсь домой готовиться к новым приключениям на фишкаяке Эво.